В наше время, несмотря на интернет и прочие гаджеты, тысячи мужчин до сих пор боятся подойти к девушке и познакомиться. А если и подходят, то делают массу ошибок. Козел! Говорят не те слова, общаются параллельно с двумя, то есть... Остань! В общем, парням приходится очень тяжело. И бывает очень много моментов, когда все испытывают испанский стыд за сильную половину человечества. Именно в таких случаях в игру вступаю я. Ведь я знаю все в искусстве обольщения. Я мастер пикапа. В общем, тут такое дело. Я влюбился в одну девушку и не знаю, как ей об этом сказать. Кстати, вон она там стоит. У вас отличный вкус. Вы правда так считаете? Вы первый человек, который так считает. Да, она действительно красивая. А вы уже делали первые шажочки к вашей любви? Ну, вы же понимаете, что у нас разные социальные классы и все. Дружок мой, запомните, у любви нет разных классов. Нет возраста, нет границ. У любви главное что? Чувство, понимаете? Я тоже так считаю, что человек без определенного места жительства тоже имеет право на любовь. Подождите. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Я про свою возлюбленную. Да, она роется в мусорке. Да, у нее нет дома. Да, от нее воняет дохлой крысы. Но она такой же человек, как и все. И вон там бомжиха, что ли? Не называйте ее бомжихой. А вдруг она моя будущая жена? Надеюсь. Иди да нахуй. Ты что, гонишь, что ли? Вы же только что говорили то, что самое главное – это чувство. Какое, блядь, чувство? Чувство голода? Или чувство похмелья? Эй, я в этой херне участвовать не буду. Сам вывози, понял? Вы не понимаете, я вам заплачу любую сумму. У любви нет границ. И пускай у нее нет постоянного места жительства, она, ну, ходит туда, ходит сюда. Некая кочевница. Но в первую очередь она, ну, она женщина. Ты видел ее, ну? Маникюр, да. Да. Нужно начать с удивления. Женщины любят непредсказуемость, поэтому ты удиви ее. Это вам. Ты че, сука? Это мой бак! Ну ладно. Давай по-другому. Женщины... Женщины, они ведь любят ушами. Ты должен спеть ей серенаду. Это точно сработает. Это песня для вас. Дай-ка. О, как раз дров не было, а? Я понял. Ты должен показать ей уверенность в себе. Ты должен быть альфа-самцом. Неким Тарзаном. Эй, бомжиха, падай в машину. Куни. Чё? Да, не сегодня. А сегодня я предлагаю застать её врасплох. Женщины в этот момент сильно уязвимы и легче идут на контакт. А? Угадай, кто? Ты чё, тупой, что ли? Лучше бумагу подай! Вот же сука! Все,
Мне это надоело. Настало время козырей. Подари ей айфон. Это вам. Это чё? Ну, айфон, телефон такой. Я знаю. Нахера мне 8-й? Я, конечно, бомжиха, да? Ну, не до такой же степени. Вот и ксар. Тема. Баля. Даже у меня 7-й айфон. Короче, так. Забирай свои бабки и вали отсюда. Я умываю руки. В отличие от твоей возлюбленной. У вас ничего не получится, потому что она бомжиха, а ты, блядь, конченый. Не называй ее бомжихой. Пошел нахер отсюда. Пошел. У вас ничего не получится, потому что ты... ты дебил. Все получится! Сам ты конченый! И, кстати, девушка у тебя! А, все на этом! О, моя Мишлена! Лох! Лох! Бабки подкинь! Вот прямо сейчас ты можешь взять и посмотреть уже следующий выпуск ГГ-шоу. Надо просто перейти по ссылке в описании, и ты попадешь на iTube. О, молодец! Вот красавчик! Уже сделал? Умница! Ну вот, вот тогда в конце можно было не говорить. Он по-любому уже перешел, а он тебя не видит. Ну не а, надо было, молодец. Не надо было! По-любому красавчик. Не надо! Last order. Don't know.